Неудачники финала 93 дошли до решающего матча и на следующий год. На этот раз соперниками ЦСКА стали бесспорные лидеры сезона 94 московские спартаковцы. К 11-й минуте они ведут 2-0 после точных ударов нынешних легионеров Ледяхова и Карпина. Гол Ледяхова вы только что видели, а вот комбинация с участием того же Ледяхова, весьма хладнокровного в данной ситуации Пятницкого, и второй гол забивает Карпин. У ЦСКА, кстати, уже новый тренер Борис Копейкин. Но еще до перерыва Радимов успевает отыграть один мяч. Вот он вовремя пошел на добивание. А на 57-й минуте Быстров бьет штрафной, назначенный Сергеем Анохиным. Ошибается вратарь «Спартака» Стауча, потом обвинивший во всем злополучную кочку. И счет 2-2. И все же именно Стаучи, как год назад Подшивалов, становится героем финала. В серии после матчевых 11-метровых он берет пенальти от Бушманова и Куприянова. Спартаковец Оленичев ставит победную точку в этом матче. Финал номер 2 Кубка России выигрывает команда Олега Романцева.